Теракт в Египте унес жизни двух человек. Взрыв прогремел возле туристического отеля «Порто-Марина», расположенного на побережье Средиземного моря на севере страны. По предварительным данным, погибли двое полицейских, несколько человек получили ранения и ожоги. Блокпост, на котором находились стражи порядка, полностью сгорел. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее, власти уже расследуют инцидент.